подъезжаем, начинаем опиловку снизу по стволу, а потом сам ствол уже начинаем сверху вниз опиливать. Людей у нас работает 5 человек, это когда большие деревья, а так мы в среднем 3 человека. Возле 33-го детского сада кипит работа. Здесь убирают аварийные деревья, которые могут рухнуть в любой момент. На срезах видно, что древесина рыхлая, а значит, старый тополь вовремя спилили. Конечно, по нему видно. Но снизу с него вода начинает сок вытекать, где кора лопнута. Ну и сверху, вот, например, как вот деревья, уже вот они, ветки сухие, уже его как бы, грубо, надо уже опиливать начинать. Полчаса, час одно дерево, это максимум уходит. Ну, это среднее дерево, вот тополь, как, который вот 25 метров, как бы уходит на него час. Проблема со спилом старых деревьев в нашем городе стоит очень остро. Пришло время, когда тополя и вязы, посаженные 4 десятка лет назад во время строительства микрорайонов, стали ветхими. С них постоянно падают ветки. Поэтому городским депутатам часто обращаются блоковцы с просьбой провести спил деревьев. Но такой, казалось бы, простой вопрос решается с трудом. Данный вопрос я поднимал даже на совете, на городском, где велся протокол, да, и после этого абсолютно никакой реакции. Все были представители и коммунальной службы, там, и управления образования, да, все там были, но никто никак не среагировал. Это действительно большая проблема, и это жалобы идут не только там с муниципальных учреждений, да, и с тех общественных территорий, которые сегодня у нас есть на каждом избирательном округе. Валерий Манукян говорит, что проблема со спилом аварийных деревьев могла бы решиться, если бы муниципальные учреждения более тесно контактировали. Сейчас же совместной работы у них не выходит. И чтобы ускорить решение важных проблем, депутатам приходится искать иные пути. Социально ответственный бизнес, как сегодня говорят, он узнал эту ситуацию средств массовой информации и откликнулся. Он позвонил мне и говорит: я готов спилить бесплатно абсолютно вам, потому что это детское учреждение, я понимаю, у меня есть тоже свои дети. И сегодня вот его организация абсолютно бесплатно выполняет ту работу, которую должны были выполнять муниципальные учреждения. И в этой ситуации иного выхода, кроме обращения в частные организации, депутаты на данный момент не видят. К тому же непонятно, почему муниципальные предприятия называют слишком уж высокую цену за спил одного дерева. Этот вопрос тоже обсуждался на заседании Совета депутатов, но пока так и остался нерешенным. Сумма называют там чуть ли там не до 18 тысяч за спил одного дерева. Но я не понимаю, если у нас есть свои учреждения, есть вышка, есть персонал обученный, почему самим-то не пилить? И народные избранники не перестают удивляться ценообразованию на спил деревьев, ведь даже частные организации берут в разы дешевле. Пилим от 2000 дерева, от 2 и выше, в зависимости от сложности и где находится. Цены у нас как бы адекватные. Ну а на территории детского сада номер 33, где был произведен спил старых деревьев, уже осенью появятся молодые насаждения. Педагоги, родители и воспитанники детсада высадят новые деревца.